Здравствуйте, в эфире телекомпания «Город». Вы смотрите информационную программу «Время говорить». Главной темой сегодняшнего выпуска. Новый учебный год и новый образовательный закон. Какие инновации ждут учеников и студентов? День знаний в Рязани. Репортажи наших корреспондентов о сегодняшнем празднике. Люди и кони в клубе «Арсенат». Прошел международный семинар по ипотерапии. А теперь о сегодняшних новостях подробнее. Главная тема, конечно же, День знаний. В связи с этим некоторые данные в цифрах. Сегодня школьный звонок прозвенел для 1,5 миллионов российских первоклашек. По данным Министерства образования, по сравнению с прошлым годом, это на 10 тысяч больше. Немного, но, как говорится, однако тенденция. Вся первоклассная малышня, как и старшие коллеги по средней школе, попали под новый закон об образовании, который как раз сегодня вступил в силу. Понятно, что ко всему новому в России народ относится с опаской. Этот закон вряд ли стал исключением. Приуныли российские студенты, которых у нас в стране более 9 миллионов. Теперь обитателям общежитий придется еще туже затянуть пояса, потому что власти больше не будут их оплачивать. Так что символическая плата прошлых лет увеличивается во многие разы. По оценкам российской газеты, в среднем студент придется платить в 10 раз больше, чем раньше. Также в России отныне исчезнут ПТУ и колледжи, дающие начальный уровень профессионального образования. И еще цифры от федералов. По данным главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, свыше 700 российских школ будут закрыты в новом учебном году из-за недобора детей. Из плюсов. Школы теперь обязаны создавать условия для приема детей с ограниченными физическими возможностями. Закрыть деревенские школы отныне станет сложнее. Для этого понадобится разрешение сельского схода. Власти возвращают школьную форму. Семьям, которые учат детей, и дома начнут компенсировать некоторые расходы. Теперь «Одни знания в Рязани» открывает подборку материалов. Репортаж Оксаны Тебенихиной из 39-й школы. Школьные годы чудесные. Каждое первое, а в этом году по календарному стечению обстоятельств 2 сентября, для школьников это новые эмоции, радость встречи с одноклассниками, торжественная линейка. Ощущение праздника подкрепляется еще и свежим ремонтом в классах. Сегодня школу номер 39 посетил губернатор Олег Ковалев. Осмотрев обновленные классы и кабинеты, руководитель области на торжественной линейке поздравил ребят и учителей с началом учебного года. Волнительный очень день. И первое, что, конечно, я вас всех искренне от души поздравляю с этим праздником, с Днем Знаний. Ваша школа пользуется заслуженной известностью не только в Рязани, но и на уровне Российской Федерации. Тесные контакты со многими вузами, среди которых МГУ, МФТИ, Политех. Также губернатор пообещал, что в следующем году школу ждет капитальный ремонт. Сегодня праздничная линейка прошла в первом рязанском интернате, над которым, как известно, шефствуют полицейские. Любой интернат, говоря современным языком, точка весьма горячая. Ребята здесь непростые, нуждаются не только в знаниях, но и в особом, деликатном, дружеском, если хотите, в чем-то родительском внимании взрослых. Поэтому шефам, тем более в форме, знающим, что такое силушка и отвага, ребята всегда рады, рассказывает Глеб Галушкин. Первый раз в первый класс приняли ребят в школу-интернат номер 1 в Гор-Роще. После первого звонка, по сложившейся традиции, новые ученики рассказывали стихотворение о школьной жизни. Обернутые тетради, как снег воротнички, мы знаем все порядки, хотя и новички. Посетили первый звонок в школе-интернате и работники рязанской полиции. Они уже давно дружат с воспитанниками и регулярно проводят для них обучающие мероприятия. К визиту полицейских ребята приготовили танцевальный номер. То, что воспитывает ребят, все в их пользу только. Благодаря этим встречам, этой дружбе. Полицейские подарили памятные презенты всем первоклашкам. Также региональный начальник полиции Николай Пилюгин наградил учеников, которые участвовали в конкурсе рисунков, посвященном 90-летию спортивного общества «Динамо». В программе «Дня знаний» был и праздничный концерт, и дружеская встреча по футболу. Но главное – это продолжение дружбы взрослых и ребят. В новом году, говорят полицейские, она будет только крепнуть. В преддверии нового учебного года на базе конноспортивного клуба «Арсенат» прошла традиционная встреча с немецкими специалистами по ипотерапии, способу лечения людей путем верховой езды и доверительного общения с лошадьми.
В Арсенате с детьми с ограниченными возможностями занимаются инструкторы, врачи, волонтеры. Для обмена опытом приезжают зарубежные коллеги. Так, в эту пятницу в клубе была немецкая делегация, в том числе эксперт Национальной конно-спортивной федерации фрау Роземан. Из клуба «Арсенат» репортаж Оксаны Тебенихиной. В Рязани существуют конно-спортивные клубы, практикующие ипотерапию. Один из них располагается в деревне Хирино. Здесь тренеры занимаются как со взрослыми, так и с детьми. В Европе многими врачами этот метод лечения принят на ура. В России же все с точностью да наоборот. Но регулярный обмен практикой и занятиями с европейскими специалистами позволяет усовершенствовать уровень занятий, в том числе и в нашем городе. Меня спросили, не хочу ли я принять участие в разработке этой программы в России. Мне показалась очень интересной и полезной идея организовать докторами такую работу именно в Рязани. Я с удовольствием согласилась в этом поучаствовать. Я думаю, что в Рязани есть исключительно хорошая возможность для проведения ипотерапии, групповых и лечебно-педагогических игр. Здесь работают хорошо подготовленные специалисты и прекрасно осуществляется методика доктора Лапицкого. По словам руководителей центра, в настоящее время Министерство социальной защиты населения Рязанской области серьезно заинтересовалось ипотерапией. Занятия проводятся как с детьми, больными ДЦП, так и с малышами, которые не могут сконцентрировать свое внимание на учебе. Это тоже напрямую связано с неврологией. А занятия, проводимые с лошадью, вызывают у ребят большой интерес. Они учатся быть более собранными и координированными. В этом им в первую очередь помогает любимец публики белый конь по имени Факел. Можно назвать такие занятия сочетанием приятного с полезным, спасением жизни, помощью беспомощным. Лишь бы все работало, лишь бы не задавили. А в идеале еще и помогали развитию клуба. В главной библиотеке Рязани Горьковской прошла сегодня линейка учащихся специализированной общеобразовательной школы-интерната «Вера», которая работает уже 21 год и, наверное, является единственным шансом для ребят с ограниченными интеллектуальными возможностями почувствовать себя в обществе любимым и равным. Рассказывает Глеб Галушкин. Сотрудники библиотеки в соответствии с возрастом учеников приготовили для них несколько развлекательных площадок. Для самых маленьких – музыкальный калейдоскоп, где ребята угадывали сказочных или мультипликационных героев. Для более старших воспитанников провели мастер-класс, посвященный народной кукле. Ребята своими руками самостоятельно сплели и сшили игрушечных лошадок. Несложные вещи, да, для одних. А для учеников школы «Вера» едва ли не творческий подвиг. И помочь детям совершить его – самая главная награда для любого взрослого, если в нем есть хоть капля добра. Мы иные, это не говорит о том, что к нам надо по-иному подходить. Мы такие же, как и все. Мы любим рисовать, петь, все делать руками любим. Поэтому для нас это жизнь. Берег физики, земля астрономии, химическая долина, остров геометрии – все эти необычные для общеобразовательного процесса названия стали вполне настоящими на прошедшем вчера в Рязани празднике «Волшебная страна знаний». По ней путешествовала Ирина Ковалева. Кто сказал, что учеба в школе – это сложно, скучно и неинтересно? «Волшебная страна знаний», возникшая 1 сентября на Лыбедском бульваре, показала ребятам другую сторону школьной жизни – увлекательную. Знакомство с самыми сложными предметами, такими как химия, физика, геометрия, проходило здесь весело и без принуждения. В процесс включались и родители, которые с удовольствием вспоминали школьные годы. И родители подходят сами: ой, мы хотим еще вот это решить. Ребенка тянет за руку, говорю: мама, пошли. Нет, вот это еще, сейчас мы дорешаем задание. Вот, даже уже не просто не на подарки, а на интерес. Географические холмы, берег физики, танцевальная веранда. Каждая составляющая «Волшебной страны знаний» не только знакомила ребят с предметами школьной программы в занимательной форме, но и предлагала варианты дополнительных занятий. Все мальчишки и девчонки могли попробовать поиграть в футбол или заняться лепкой, или потанцевать, а потом прямо здесь, на празднике, записаться в соответствующий кружок или секцию. Очень хочется еще всем заняться, тоже танцами и много еще каких секций. Очень воображение разыгралось, и хочется еще много чем заняться. «Волшебная страна знаний» не только подарила малышам и взрослым школьникам настоящий праздник, но и подготовила их к первому учебному дню. Ведь такое мероприятие даже во взрослых пробудило желание вновь вернуться в далекие, но такие прекрасные школьные годы. На сегодня все. Поздравляем всех с Днем Знаний, с новым учебным годом, с новой осенью, в конце концов. Она ведь все-таки, как известно, очей очарование. Хорошего вечера и до встречи завтра в программе «Время говорить».